Да, у меня есть вид тараканов, которых я не полюбляю, так сказать. Называется пируплан. Это американские тараканы, больные на всю голову, реактивные, могут кусаться. Поэтому вот при всей моей любви к насекомых я их в руки не беру. Скорость ненормальная. Реакция на все сразу крик. Ай, надо бежать. Короче, они все время бегают, они не останавливаются. Ненормальные. Ну, они вообще с крыльями, просто у меня они разводили в колонии много лет, так сказать, без прилива новой крови. Поэтому вот половина товарищей в взрослой форме мага с изогнутыми крыльями, то есть уже не летучие. Их я держу как источник порядочного количества хитина. И периодически их кушают и облефары, и пауки. И вот именно этих припадочных тараканов и надо давать с пинцета, чтобы они не укусили облефара. Как бы смешно ни звучало, он Марти даже не соизволил выйти, чтобы схрумать эту радость. Сейчас его выманю за вкусняшкой, за вторую. То ничего не видно. Марти, выходи, давай. Давай, давай, выходи. Я понимаю, что в важной камере, да, на подносике. Самое оно. Кофе в постель. Выходи. Ты ж мужик, выходи. Это бабам кофе в постель. Выходи, выходи, давай, давай. Давай, красивые глазки покажешь. Давай. Он тебя ждет. Давай, давай. Эй, убежит, догоняй. Выходи, выходи, давай, давай, давай. Леопард ты мой в засаде. Давай, засади, давай. О, умничка. Кушай. Ням-нямочка какая. Супер. Но так как эти тараканы изначально больше мраморных, вместо 5 мраморных он таких может 4 схрумать. Ты, может, выйдешь? Ну? Солнце, давай. Да мне и так нормально. Что тут уходить? Давай, давай. Ну, какая вкусняшка. Большая. Давай, давай, выходи. Выходи, выходи. Он тебя ждет. Выходи. Или вы в переглядке с тараканом играетесь? Сейчас заберу. Уж чё-чё, ну точно не съем. Ну забрать могу. На. О, наконец-то. Свершилось чудо. Вкусненько. Там морда не треснула, не нормально. О, запихивается. Все, больше давать не буду. Я уже рассказывала, это движение утки обозначает, что тараканы уже под завязку, под горло, так сказать. И девушка может следующую добычу уже просто не взять.